гордыни, враг любви и сострадания. Советует преподобный Авва Исайя Отшельник, архиепископ Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и архимандрит Андрей Каннанос. Не держи в сердце своем злобы ни на кого, иначе труды твои будут тщетны и суетны. Преподобный Авва Исайя, отшельник. Первый признак гордости – это обида. Когда человек обижается, это говорит о его скрытой, глубокой гордости. Обидчивые люди – это очень гордые, самолюбивые люди. И когда мы себя ловим на мысли, что мы обиделись, это только свидетельствует о том, что в нас живет гордыня. Это страшная разрушающая зараза. Страшная болезнь, которая поедает нашу душу, как ржа поедает железо. Когда в нашем сердце живет обида, у нас не может быть ни любви, ни смирения, ни кротости, ни мудрости, ничего не может быть. Так все просто в этой жизни. Избавиться от гордыни, уйдет обидчивость. Уйдет обидчивость, придет сострадание и любовь к ближнему. Архиепископ Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Научись говорить в своей жизни: все будет хорошо. Но ведь сейчас нехорошо. Слышишь ты внутри себя голос: все будет хорошо. И то, что сейчас плохо, и это будет хорошо. Да, и это все будет хорошо. Подожди, и увидишь. Ты увидишь, как изменятся события. Нужно терпение. И в конце из горького выйдет что-то сладкое. Архимандрит Андрей Каннанос.